вновь им нет пути назад. Но я как будто снова там, где смертью храбрых лег штрафбат. Шерпенский огненный плацдарм, где офицерский лег штрафбат. Шерпенский огненный плацдарм. По традиции, автомобильная колонна нашей партии приехала сюда, на Шерпенский плацдарм в Новоаннинском районе на берегу Днестра. Ну, это такое славное место. Весной 44-го года здесь шли ожесточенные бои. Советская армия, вот, она заняла этот плацдарм, который сыграл очень важное значение в Вязко-Кишиневской операции. Ну, у меня здесь есть и личное, как бы, когда-то мой отец сказал, что здесь погиб его дядя, брат моего дедушки. И однажды вот я приехал, там книга памяти, действительно нашел его фамилию тоже. То есть они из села, село тогда было Григорьеполь, то есть их призывали в армию, и он тут же буквально, ну, сразу же погиб. Можно представить, ну, даже трудно представить то время, потому что страшная война, было вот такое же прекрасное, такие же прекрасные весенние дни, вот здесь просто удивительная природа на Днестре. Можно представить, как людям не хотелось воевать и не хотелось умирать, но, ну, как говорится, нет больше той любви, как если кто положит душу за други своя.